Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр. Вот и настал тот день, когда всех-всех-всех-всех-всех при всех пускают в игрушку Blood and Soul. Что ж, я тоже не хочу оставаться в стороне, тоже хочу присоединиться к этой массовой истерии. В принципе, я уже играл на фришке, и какие-то там навыки у меня остались. Правда, я уж ни хрена не помню, но буду вспоминать по ходу. Вот. Нетрудно представить, сколько там сейчас, наверное, народу, капец, наверное, там мобов только так хорошо, целая очередь. Но обычно так всегда бывает первые несколько дней, неделю, после того, как стартует игрушка, после, и там в течение после этого уже там меньше, меньше остается, потом кто-то вообще уйдет, это стандартная практика. Что ж, ладно, давайте я не буду ходить вокруг да около, и начну с создания персонажа. Так, пожалуйста, введите не менее 3 символов. Интересно, а могу ли я вести? Так. Угу. Нельзя использовать пробел. Эти символы запрещены. Что мне делать? Тоже. Ладно, ребят, давайте я напишу так. Сам Кловер. Придется создать гильдию с именем Александр. Ну ладно. Хотя я не помню, как там их создавать. Ну ладно, это не суть важно. Давайте кликаем ОК. Все, смотрите, есть. Меня приняли, да? Что это такое? Создать. Что это? Изменить внешний вид, изменить имя. Игровой магазин. Давайте создадим нашего перса. Мастер клинка сражается мечом, нанося противнику мощные удары. Боец этого класса хорош в любой ситуации. Как в ближнем бою, так и в дальнем. Мастер кунг-фу. Мастер кунг-фу сражается... Да ладно, в принципе, мастер я знаю, кого сражается я хочу выбрать, кастетами. Так что не обращайте внимания, просто так, на всякий случай мастер всех посмотрю. Мастер стихий использует... Так, мастер клинка. Мастер стихий... Я буду Лином призывателем, суммонером. Мужиком, естественно. Не понимаю людей, которые играют женскими персонажами. Вместе с призванным Лично существом. Мне он ослабляет врагов с помощью сил природы. Окей. Давайте создадим нашего ушастого. Да, вот, кстати, к тому, что не понимаю, кто играет женскими персонажами, дело в том, что все это попахивает какими-то отклонениями. Какими именно, не знаю, не буду там на всех грешить. Просто мой выбор такой. Если уж я имею возможность выбрать в игре мужской персонаж, то, естественно, я выберу мужской персонаж. Так как все-таки я мужчина, поэтому играть я буду тоже за мужской персонаж. По этой же самой причине. Так. Что у нас тут есть? Позе. О! Окей. Только на фришке, кстати, по-моему, их было больше. Но я не помню, я могу путать, ребят, давно было. Давайте посмотрим что-нибудь смешное. О, да. Нет, давайте вот так. Окей, наряд. Если честно, толку-то никакого нету. Это просто временно, он как бы на себя так примеряет. А все остальное это херня полная. Так, освещение. Ладно. Телосложение. У типотеньки. Как будто есть варианты. Так, на выбор отважный дитя. Дерзкий юноша. Оу. Этот мир удивительное место. Не. Так, могучий воитель, опытный предводитель, почитаемый герой. Okay. Я избрал свой путь. О, да. Я представляю, как у меня будет кричать. Кота! Персонаж таким голосом. Тая! Ну ладно, ладно, оставим отважный дитя. Пришло мое время. О, да. Пришло твое время. Так, по-моему, тут, что касается лица, тут, по-моему, как-то херотенись небольшая с тем, что вроде тут, смотрите, женские лица, в принципе, с мужскими тут одновременно. Хренась. Нифига себе хвост какой, а. Смотрите, какой хвостяра. Офигеть, какой хвостяра. Вот это да. Хм. Так, это образцы, в принципе, есть базовые, да, какие-то. Ну, давайте я примерно посмотрю лицо какое-нибудь, которое понравится, дальше уже сам все забацаю. Собственно, сильно долго заморачиваться не буду, вот есть поменьше, да, пиздюк. Чем меньше, тем лучше. Давайте сделаем вот такого маленького. Ух ты, какой кошачий хвост у него, а какие уши, а? Ай-яй-яй. О-ля-ля. Что тут у нас есть? Ой, старый большой еврей, ой, мудрый еврей. Нет. Наркомания. Так, кожа.
Кожа, кожа, кожа. Ладно, пусть так будет, в принципе. Блеск, не знаю. Вообще некогда будет. Собственно, то когда смотреть-то там во время боевки, особо нет времени рассматривать, какая там морда, не морда, вообще пофиг. Все равно хреначишь, все шевелится. Так, давайте сделаем такую прическу. Меня, в принципе, такая прическа устраивает. Такой одуванчик. Почему бы и нет? Маленький одуванчик, тихий, мирный. Да? Так, только цвет волос давайте кого-нибудь поинтереснее сделаем. Ага, фиолетовый. Красивый, конечно. Да, я, пожалуй, наверное, фиолетовым останусь. Зеленый мне тоже нравится. Но я, пожалуй, останусь все-таки на фиолетовом. Так, уши и хвост. Смотрите, какие уши. Нифига себе. Честно сказать, на фришке я не помню таких ушей. Там, по-моему, вообще печалька была с этим делом. Здесь побольше вроде бы как. Типа кошачьи маленькие. Этот помпончик не вообще жесть, конечно. А это что, белка или что? Так. Окей. Ух ты! Смотрите, какая красота. Обомлеть. Вот это да. Так, нет. 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 Это вообще какие-то уши, как у осла, да? Ну ладно, типа кролик. Типа. Хм. Хорошо. В общем, смотрите, мне понравилось, в принципе, вот такие уши понравились, но... Знаю даже. И вот такие. Хм. Ну ладно, я, пожалуй, наверное, возьму все-таки такие. Так. Телосложение. Что там? Есть еще помельче. Человек я, в принципе, маленький. Так что должен быть вообще еще ниже, чем КТ. Так, особенности. Что тут? Зрачки. Так, кстати, о зрачках. Кошачьи глаза. Цвет радужки. Так. Давайте сделаем какой-нибудь интересный цвет. Нет, такой зеленоватый, что ли. Синий. Так, давайте такой какой-то... Хорошо, нет, давайте... Фиолетового нету, да? Или есть что-нибудь такое похожее? Вот, давайте так вот, чтобы по цвету наших волос что-то совпадало хотя бы хоть как-то. Цвет белков. Черненький. Да, будем черным. Так, брови, 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 брови. В принципе, какая разница, какие у нас брови. Все равно никто не будет смотреть на наши брови. Борода. О, да. Вот это борода. Нет, бороду не хочу. Хотя есть вот такие вот усы кошачьи, смотрите. А, не, да, идут с бровями. В комплектации с бровями. Тогда мы тут брови отключаем. Давайте такую сделаем. Типа под кошака закосим. Почему бы и нет. Цвет бороды. Какая борода? Так, не, давайте сделаем их чем-то так, чтобы они выделялись желательно. То иначе их просто тупо не видно. Давайте так вот сделаем. Красноватыми. Да. Пожалуй, сделаю их красными. Ресницы. Какая нахрен разница? Ну ладно, давайте такие. Не, ну макияж, конечно, я навряд ли буду делать. Цвет подводки. Ё-моё. Господи. Нет, нет, это уже не для мужика вкладки. Смотрите, есть вот краска на лице, да? Шрамики там добавить. Такое вот лицо сделать. В принципе. Ну, можно, да, такое. Так-то, по сути, почему бы и нет. Такое тоже можно раскрасить. Но тогда теряется вся, как бы, специфика и интрига. Со шрамчиком. Нет, ладно, давайте оставим просто пустое лицо красивое. Как бы, почему нет. Применить внешний вид. Так, хорошо. Лицо дальше пошло. А, здесь можно кастомизацией, да, заниматься. Получается, вот наше лицо вблизи. Вот оно. Я посмотрю вам в вашу душу. Я вижу, у вас есть вискас. Так, ладно, пожалуй, я оставлю. Смотрите, торс, размер головы. О, еще можно меньше, что ли, сделать. Давайте я еще меньше сделаю парнишу. Вообще прям вот ультра мелким. Вообще мелким при мелким. Я иду это по принципу, в общем, еще из Айона. Была такая фишка. Дело в том, что я играл с другом в Айон. Я был целителем, а он был стражем. И мы пользовались такой вот фишечкой касательно роста. Он был обычного роста, а я одел мелкого-мелкого пиздюка. Настолько мелкого, насколько возможно сделать. И все время прятался в него.
Тем самым я его подхиливал, и по мне меньше дымага было. Многие не просто тупо меня не выделяли. Да, есть, конечно, таб, как можно табом выделить, но не все игроки в случае критической атаки, когда вот вы тихо, мирно там что-то делаете, могут на это отреагировать. Так, теперь нам нужно выбрать сервер, на котором, собственно, будем беспределить. Ребят, я, если честно, не знаю, какой лучше выбрать. Давайте я выберу изумруд. Мне нравится просто слово. Так, идите имя персонажа, зашибись. А что я до этого вводил? Типа логин был, что? Там. Есть. Все. Ну ладно, будет дублироваться. Так, или что, или... А что я вообще там-то тогда вводил? Я что-то не пойму. Что-то я вообще реально не дубляю, ребят. Ну ладно, неважно. Я уже забыл, как эта хрень делается. И что это вообще я там сделал. Ну, давайте, короче, я вхожу в игру на изумруд, и будет... Да. Мастер призыва, да, Лин, окей. Хорошо. Вот это вот что вообще такое? Изумруд. Ну все, ребят, я сделал. Че? А, так. Погнали. Ну, пошел прогрузон. Все шикарно. Тик-тик-тик. Знакомая картинка до боли. На фришке она мне уже надоела, аж забесила. Я ставил мод, который менял эти картинки. К сожалению, не помню уже, каким хером я его нашел. Но я менял картинки. Можно, кстати, в принципе, попробовать изменить системно. А, в самих файлах игры просто поменять какой-нибудь файл, заменить с переименовкой. И все. Правда, бывает иногда такая хренотень, что по размеру файла может не подходить. И Frost может загавкать на вас. По принципу, что за херня? Файл не совпадает. Быстренько перекачиваю файлы. Вот. Кстати, такая вот фишка с этим Фростом. Очень интересная прога, которая мешает чувствовать себя комфортно читером. Но, в принципе, все равно взламывают игры. Нету идеальной защиты. Не было и никогда ее не будет. Ну да ладно. Не будем об этом. Давайте, там чуть-чуть уже осталось. Вот-вот скоро нас пустит. О! Внутри, ребят. Смотрим внутриигровой ролик. Так. Что тут у нас есть? Да, что-то падает. Ладно, ребят, я пропущу видеоролик, честно скажу. Не очень-то горю желанием его смотреть, потому что уже дохерища раз его смотрел. А вот и... Вставай, хватит спать! Окей! Бери свой наряд и одевайся! Наряд я взял наряд. На столе. Да, поищи свою одежду. Двигайся с помощью клавиш дабл... Твое приключение начинается. Да ладно! Серьезно, что ли? Так, ребят, давайте жмакнем все, как нам просят. Ну, в принципе, неплохо играет. Я не ощущаю никаких ни лагов, ничего. Все классненько. Стандартно. Ай, да? Получается, что у нас одеяние нельзя передать. Подойди сюда. Если нажмешь клавишу F, то сможешь... Ну, да, я в курсе. Если забудешь, о чем мы говорим... Я в курсе. Я помню. Сейчас ты меня будешь гонять туда-сюда, и, здесь, как всегда, слева. В общем, обучающее меню, такое дело обучающее, когда вас водят за ручку по принципу вот здесь ссать, а вот здесь двумя пальчиками держать. Так и здесь, вот сейчас вот мы будем все делать, все на эхочку. Бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ох, ну дает! Кто дает? Кто кому где дает? А ну покажи, кто кому где дает. Эй! Кто кому где дает? Чувак, покажи мне. Ой-ой-ой-ой-ой. Что? Повернитесь и переместите зеленый круг. Какой круг? Какой круг? Этот что ли круг? О господи. Здравствуйте. Я хочу вступить в ваш круг. А, еще летать не могу, ёптя. Печально, а. Какой у меня хвост длинный. Смотрите, так вот можно что-нибудь прицепить к нему и... За собой вот тащить. Ну что, мужик слишком большой для меня. Хотел поговорить с нами. Чё? Да, да, я помню два раза. Так и уик. А чё, летать ещё не могу? Ну ладно. Ёптя. Поехали! Я помню, быстро перемещаться. Кстати, это очень классно. Реально очень классно.
помню, карты такие были длинные, там еще нужно было на разных этих перелетать. Вообще было офигенно, так с камушка на камушек. Правда, уже не помню, что за карта была, но было дело. Чувак, оставь птицу в покое. Ах ты, извращуга. Ты, кажется, хоть... Нет, я ничего не хочу. Мне на тебя насрать. Полетели! Так, куда летим-то? Куда мы летим? Авиабилеты куплены, а? Так, ну что, ребят, вообще так-то все в целом пока все хорошо. Смотрите, там что-то ну стол же, дракона иди горит. Скорее, все ждут. Что-то еще внизу, вон, смотрите. Как там? Я уж не помню. По-моему, на Эль. Он доступен. Вход в мини-игре. Во, что за херотень, давайте нажмем. Так, према у меня нет. Да и не горит желанием его брать. 6 ходов, да? Что-то я... Что это? Камень для перековки, не повинный лес. А, да, помню, такие хрени были. Классная вещь. А, доступно ходов. Хорошо, дальше. Еще ходить же должен. Эй. Блин, тут же горит. А, до следующего хода осталось час. Хе-хе-хе. По принципу, дружище, останься и... В игре еще часик как минимум, чтобы получить плюшечку. Все с вами понятно, ребятишки. Завлекаете, как могете, да? О, здорово, старикан. На пенсию хочешь выйти? Что сегодня вы все будете усердно заниматься. Хорошо, все мы понятно. Будем усердно заниматься херней. Че надо? Книжечки. Даешь книжульки. Окей. Жмяка. Жалко, а что дальше? Подойди сюда. Мужик, не сдохни меня здесь. Итак, не вздумай умирать. Я должен показать тебе. Что ты мне должен показать? Осторожней с такими фразами. Появитесь, непоседы вы мои. Кто? О, КТ. Выбрать КТ надо, точно, я помню. Какого бы КТ мне выбрать? Это очень большой. Не-не. Чуть-чуть. Давай я возьму вот этого. Я буду выполнять твои поручения. Ну, и какое имя ты мне дашь? Мам? Я дам тебе свое имя. Так же, как меня зовут. Будешь у меня Александром. И мы будем с тобой вместе. Александр Санкловер. Вот так. Да. Окей, кафе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Че, окей, кота мы взяли. Ну и, ну и погром мы сейчас устроим. Ждет тебя на тренировочной площадке. Ступай. Так, я не помню, как-то КТ можно было одевать, кстати, да. Вон она. Бантык. Я отдал ему бантык. Поехали. Ну, сейчас будет у нас первый замес. Сейчас мы устроим первый замес. Так, стоямба! Ну что ж, сейчас мы набьем парочку морд. На книжульку, на, почитай в каком-то веке книжульку. Прокачай свой мозг. Эй, ну-ка, заткнулись все. А ну не разговаривайте вместе со мной. Охренели, что ли, ребят? Че тебе надо? Че тебе надо, ёпт? Сейчас я как научу тебя распечатывать пачки звездюлей. Либо ты меня научишь получать пачку звездюлей. В общем, кто-то из нас все-таки научится. Чем это? Осиным роем. Осиным роем? На тебе, осиный рой. Чё? Было дело, да, помню. Руки помнят. Разбег — это приказ помощнику атаковать. Ну-ка, атакуй. Сказать, атакуй. На, держи. Теперь туда. Теперь обратно. Что ты хочешь от меня? Боевую. Прием. Ага. Тум-тум. Че, все? Ключи плющи. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Да, в принципе, помню, сейчас только привыкну кнопочками, все будет покаешь. Каюши, спасибуши. На, держи. Я не помню, какого хрена он делает этот колючий плющ. Честно скажу, ребята, уже забыл. Ближайший манекен использует колючая лаза. А, все, понял. Все, я вспомнил.
послание, видишь, да, прочитать? Видишь справа название миссии. Я вижу новый товар. Щелкни по нему левой кнопкой мыши. Как ты сможешь прочесть послание? Нажми на исход. Пришло послание. Скорее прочти его. Да иди в задницу, чувак. Видишь справа название миссии. А, это... Все, вижу, да, и чё? А чё ты дальше? Способнее, чем кажешься. Чё тебе надо? Нужно в пищу. Чё тебе надо, а? Крылышки! Я получил крылышки. KFC. Крылышки KFC. Пещера испытаний здесь, слева. Да я в курсе, чувак. Ща я доберусь туда, чё ты, ёпта. Эй, ты так быстро не бегай. Видишь, я лечу. Или ты не видишь, что я тут почти летаю? Пришли. Быстрее. Пошел в жопу. Честное слово. Тролль несчастный, а? Быстрее, сильнее. Куда ты пошел? Да не туда. Ай-яй-яй. Че надо? Чувак. Нам сейчас. Соберись. Нет, не соберусь. Не хочу собираться. А я не хочу. А я вот возьму и не хочу собираться. Так, мы в данжике. Ура! Моя зайти в пещеру. КТ. Сделай-ка ему джигурде. Давай, лоты и на со всех. Жизняшки. Сейчас я войду во вкус, ребята, и все будет хорошо. Сразу начну играть получше. Более продуктивно. Пока что я пока вспоминаю. Плюс еще как бы вот графон, он так немножечко режет, конечно, глазки. С непривычки-то. Так. Эй, КТ, займись им. Ай, как больно. What the fuck? Чё? Цецы? Чё ты не шибко-то далеко отполз? Он говорит мне, что я кусок дебила и медитирую не там, где надо. Окей. Какой ужас. Медитирую я не там. Воскреси помощника, прием. Все, все, сейчас я поплакаю и воскреси помощника. Чё это? Восьмерочку. Все хорошо. На этом испытании. Так что я пошел. Чек. Кстати, сейчас будет же это нападение. Я помню, да. Сейчас, короче, там джигурдец начнется. Я там должен помочь ребятам раскидать несчастных зловредных дядек. Вот они, смотрите. Действительно. Это кто такие? Это вредень. Какой-то вредень. Ай, опять мультик. Каре мультик столько показывать мне. Не надо мне столько мультиков показывать. Слышите? Не надо. Просто не надо. Да-да-да. Не надо, не надо. Нет. Ай-яй-яй. Жиглипав. Я выбираю тебя. Ау. Чё, это все? Это был весь интим? Чё, кто это такой? Старикан, что ли? Нихрена себе. Старикашка. Бедняжку. Старикашку-бедняжку. Окей. Чё? Полупрозрачный? Хорошо. Прям как в Айоне советы, там тоже. Только зайдешь, тебе говорят, слышь, нажми сюда, а ты знаешь, что можно нажать так? А ты знаешь, что можно купить то-то, то-то? А еще зайди в наш внутриигровой магазин и купи себе печеньку. Да, а потом купи себе молочко, а после этого купи прем-аккаунт, потому что ты после 20-го хуй чего оденешь. Ну, по крайней мере, так раньше было, как сейчас, конечно, не знаю, но, по-моему, та же самая тематика. Что надо? И не трогай меня. Ты кто такая? Пошла вон отсюда, женщина. Я тут очнулся, а ты меня трогаешь. Ай-яй-яй. Мне насрать кто-то. Чё надо? Напротив лечебницы. Чё надо? Чё? Какая ещё лечебница стоит? Пельмешки какие-то бегают. Шикарно. Отнеси. Хватит бездельниц. Конечно. Смотрите, сколько народу. Ёперный театр. На фришке, кстати, здесь хер кого дождешься. Ну, в том плане, что там вообще никого не бывает. Здесь, я смотрю, ща... Вы... еще, конечно, не вечер. В Москве, получается, 2 часа меньше, чем у меня. Так что они еще пока что все только с работы добираются из школ. Ладно, хэрэ, это мне порнуху показывает. Командир сейчас на побережье.
Я рад за тебя, что он на побережье, чувачок. Никто не смеет бросать вызов морскому братству! А ты что, серьезно, что ли? Нет уж, я прикрою командира! Вы не поможете с первостраша? Нет, я не прикрою командира. Вообще, что-то можно прикрыть? Столько желающих убить всех, что капец, особо некогда ничего делать. Я прикрою командира! Киська, давай. Получи! Никто не смеет бросать вызов морскому братству! Недоумки! Нет! Чуваки, ну хорошо, хоть могу быстро спать. Я представляю, жизнь какая была бы. Типа я по полдня по мобам бил. Давай, давай! Гаси удон. Так, смотрите, осталось... Я прикрою командира! Все, все, найдите глушенного стража. Тихо, тихо. Топани, помогу. Теперь тащить надо его, да, куда-то. Опа-на. Сейчас мы его притащим. Вот будем стоять. Скорее, их жизнь в опасности. Нет, это скорее. Выход. Идите, мне медлить нельзя. Скорее. С чем не замедлить? То есть из всех вариантов я всего одного спас, остальные как хотите. Че, шикарно. Шикарно, ребята, я что еще могу сказать? Ох, вы в порядке? Нет, у меня ампутирована нога. Что скоро придет? А еще я не умею играть на флейте. Вы... Как ты думаешь, спасибо, я буду жить? Я пельмешку дали? Мне дали пельмешку и витить колотить. Прошу, будьте осторожны. Пельмешей надавали мне. Я буду осторожен, не представляешь как. Я буду сама осторожна, сейчас подохну где-нибудь в уголку. На западной стороне побережья. Догоните их. Еще можно успеть. Догоните, догоните. Как будто у меня есть выбор. Догнать или не догнать. Да? А ты кто? Терпеть конь в пальто. Тоже я еще. Нет уж, я прикрою командира. Ты хреново прикрываешь. Наконец-то драка. Ты от меня не уйдешь. Ты извращуга. Драку ему подавай. Они оружие едва держат. Да и не говори, блин. Салаги. Оружие едва, вот едва держат вообще. Ты стражник. Нет, умри! Я не стражник, я охранник с лицензионным соглашением. Так, зашибись, у меня там КТ орёт настоящий. Сейчас я его выпущу, ребят, и продолжим беспредели дальше. Так, все, я вернулся. Вернулся едва держать оружие. Ты стражник! Умри! Господи, нет, я не стражник. Я просто какой-то холоп. Трусы! Они оружие едва держат! О, господи. Сейчас, классика жанра по принципу иди сюда, посмотри туда, а потом сделай это. Что это? Это что такое? Это ежик. Мяу. Котена, собирай их. А теперь все умрите. Да, блин, я забыл, что булки отдают. Окей. Что поделаешь? Печаль, беда, обида. Сейчас КТ с тобой займется. Окей. Чё там? Бросай оружие. Кстати, нету да никаких горячих клавиш на это дело. Ну ладно. Так, тут получается межфазная зона. Я тут буду один. Кого надо? Кого позвать? Я бы хотел как следует потренироваться. На, потренируйся на моем КТ. Ну, нападай! Руки чешутся! Как у тебя могут чесаться руки, если я их уже ампутировал? Ах ты, извращуга. Так. Ну, чего надо? Чё-чё-чё-чё-чё-чё? Пройти по квесту, чё? Чё-чё-чё-чё-чё-чё надо? Это было частью операции. Конечно. Кто сомневается? В каждой своей операции ты попадаешь в беду. Опа, по кораблю. Бяу! Сюда! Инвагниль! Кто? Инвагниль? Его так зовут, потому что он гнилой? Что позаботишься до Данхани? Прощайся с жизнью! Нет, я не прощаю жизнью. Несчастный. В следующий раз победа будет за мной! Вот он спрятался. О, господи. Я чему удивляюсь? Я уже не первый раз это вижу. Трусливый. Используйте таоские маяки. Откройте карту клавишей М. Выберите место и нажмите левую кнопку мыши. Бум-бурум-бум-бум. Я сейчас тпшнусь.
Что там опять мерцает? Смотрите, опять какая-то херотень мерцает. Надо опять что-то выбрать. Нажми кнопку превращения в инвентаре, накопи материал, сможете изготовить бла-бла-бла. А я смогу изготовить какую-то бла-бла-блу. Окей. Пельмешку. КТ держит пельмешку. А данный персонаж держит КТ. Как это все взаимосвязано? Да? Смотрите, что это? Что надо? Что такое? Сюда! Сюда! Что ты хочешь от меня? Пока не ждем, кроме со стражей, находится немного левее. Куда немного левее? Что ты от меня хочешь, урод? Обменник. Чувак, ты за обменника? Бобы? Нет, чувак, я бобы тебе не отдам. Потому что у меня их нет. Что тебе надо? Почта, обмен монет, склад. А, у меня пока ни хера нет. Я пока что просто бомж. Просто скромный бомжара. Так. Тут пока еще нечего не покупать, ничего это. Кто-то умер, смотрите. Какая печалька. Кто-то просто так взял и сдох. Смотрите, еще кто-то умер. В чем прикол, что не умирают-то все? И сегодня день бесплатного умирательства. А, они все пока пвпшутся. Ну ладно, пвпшутся, ребят. Тюм-тюрюм-тюм-тюм. С моими-то навыками, которые тут всего по пальцам пересчитать можно, мне еще пока рано даже думать об этом. Даже и близко. Вы. Ну это, конечно, на мой взгляд. Как? Все, харе мне платье показывать. Оно мне не нравится. О, смотрите, жезл Путихона. Вот эту хренотень надо прокачивать. Иначе будет жопа. Так. Вот это говно, в принципе, можно было бы продать. Чё там? Смотреть в деталях. Так, чё надо? Всё в порядке. Вот, пожалуйста. Со мной КТ. Со мной мы КТ, поэтому всё в порядке. Как здорово! Да и не говори, я тоже так думаю. Еще шикарно. Молотки надо снять. Что это? Усилить материаль. Положи-ка материаль. Нет, не положишь. Смотрите, ячейка есть, да? У нас внешний вид, можно его сменить. Так, для перековки снаряжения. Надо будет вспомнить, как это все делается. Я уже ничего практически особо не помню. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ребят, тут что-то с перековкой был прикол какой-то. Даже здесь в инвентаре я его находил. Нет, нет. Как-то внизу да была сокровище дракона. Че? Превращение материала более высокого качества. Нет. Че это? Сек? А, во. Хера, неправильный, да? Предмет. Ах, он неправильный предмет. Переносимый склад. Ну ладно. Давайте пока обидно. С ним перетрем. Да вообще обидно. Крайне обидно. Что это такое? Выдается в гильдии молодого дракона. А как воспользоваться? А-а-а. Вот так. Да, хочу. Тэдэээнц. Все, открыл. Ну ладно. Я расширил свой инвентарь. Какое счастье. Блин, я уже не помню, куда дальше идти. Давайте сюда зайду. О, смотрите, как удачно я зашел. Я? Да-да, это было. Ну все, ступайте. Куда ступать? А. Теперь так все вокруг поподряд проходить. Ну ладно. Смотрите, на В, да, у меня уже появился. Йо-йо, зэхгут. Ну, давайте по-быстренькому. Парочку квестиков хватанем. Посмотрим, что почем. В принципе, для меня это, еще раз повторяю, не ново. Я уже играл. Конечно, не на Руофе, но все-таки играли. Поехали! Тех.
Идем. О. Здесь уже, наверное, должно быть поменьше людей. Блин, лететь долго. Крайне долго лететь, ё-моё. Кто вы? Вы же как хорошо. Что надо? Вот только рано, серьёзно. Проклятый пират. Какой ужас. Спасибо вам большое. Что же они натворили? Это... Что с тобой? Ты умираешь? Мне его ладно. Для таких... Нет ничего дороже жизни. Согласен, чувак. С этим я категорически согласен. Нет ничего дороже жизни. Все остальное вполне можно нажить. А вот здоровья и жизни нет. Так, да, что-то я помню с этими сраными раковинами. Тоже был прикол. Ай-яй-яй-яй-яй, надо успеть. Я должен забрать ее быстрее, чем все остальные. Так, эти хрени, конечно, тоже надо набить. Можно сделать потом. Так, Еся. Вот так вот ему. Мы его придавили немножечко. Впечатали. Что? Зачем мне это нажимать? Я так знаю, где нахожусь. О! Да, Кися, вот так вот. Я уже забыл, кого хрена тройка делает. О, вьюнок появился. Смотрите, как классно. Тум-дум. Мы его загасили. Блин, надо все вспоминать, в общем, ребят. Я уже ничего практически не помню. Капец, конечно. Классно только то, что вот КТ может за нас разбираться, а мы можем просто тупо как мебель рядом ходить. Это вообще потрясающе. Может не радовать такой факт. Ай, знаете, им типы нам нужны, нет. Давайте их херанем, чего нет. Енот кровосос. Бум. Чувак, тебе было больно? Я надеюсь, что да. Кого мне еще надо бамбук выпить? Сок песчаного. А, вот этого как раз таки мне и надо убить. Сок добыть. Давай. Бум. Мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу. А, это просто мяу. Так. Блин, таргет, к сожалению, маленький, да? Жаль, к сожалению. К сожалению. Слишком маленький таргет. Бывает в воде. Окей. Что там у нас? Все. Я все сделал, я молодец. Ла, клево. Выбрать задание, малин. Бла-бла-бла. Путь-хо. Кого там? Ой, задание Опекон. Где Опекон? Я не понимаю. А вот. Нажать локация. Ну хорошо, нажал, что надо дальше. Лететь, колотить. Вот ради этого он мне столько мозги выносил. Вот, сволочь. Так. Пойдемте сдадим наше добро. Окей. Бульк-бульк. Я сделал бульк-бульк. Чувак! О, это вы! Да, это я! Это я! Я вернулся. Ты меня не ждал? Ты не рад меня видеть? Что ж ты так, а? Ну что ж ты так-то? Бамбуковые деревья. Так, я четвертый уровень. Хочу быть пятым. Эй, повысьте меня в уровне. Позялюсь-то. Ну, позялюсь-то. Кстати, мне что-нибудь выпало, а то я что-то бегаю, бегаю сам себе. Понятия не имею, за какой хер. Зачем? Я вижу, вы... Здоров? Видишь, что я найдите, что-то завижу? Надеюсь, со старостой все в порядке? Не знаю, возможно, его уже съели. Что там? Ай! Ай! Темс! Статус фракции. Не, пошел нахер. Не хочу я пока что. Что-то не пойму.
культа Хончен и Альянс. А чё, они одинаковые, что ли? А, я понял. Без разницы, да, кого выбрать? Не, я пока не хочу проходить этот квест. Оставлю его на шладенькое, когда чуть-чуть подкачаюсь. А то он там начнется, он такой же беспредел, как сейчас. Убивая друг друга. Как начнут месить друг другу в кое-какие места. Так, инвентаря, что? Смотрите. Оружие воителя. И... И... А! Это так работает? Эдэнч! Все, больше нету, да, у меня этой хренотени? Ну, лятиня. Смотрите. Там типок, который хотел, чтобы я это сделал, он там находится, блин. Ну ладно. Вернемся назад тогда. Что поделать? Зов фракции. Окей, самое интересное на фрешке, когда я играл, я тоже выбрал, в принципе, фракцию, но меня не убивали до тех пор, пока, по-моему, до 20 уровня докачался и на какую-то карту попал. В общем, на этой карте убивали всех поподряд. А до этого на нуба картах, в принципе, нет, так что не знаю даже, пока не буду торопиться с этим делом. А то, видите, что творится. Кия-кия, хия-хия. Нет, такого мне не надо. Да. Побегаем здесь. Все. Я устал. Я устал и притомился. А еще я чуть не поцарапал коленку. На ветке. Со временем надо будет ветки прокачивать. Ароу! Какой ужас. Бум! Кстати, да, я знаю, что он там... Не будет ежедневная рулетка, и там еще призрака надо будет поубивать. Неплохо можно прокачаться и собрать целый сет и скрижаль. Это я точно помню. Было дело. Деля, биля, биля, деля. Деля, биля, биля, деля. Так. Окей. А, что-то я заплутал, ребят. Малеську. Ладно, пока проигнорю. Пойдемте к выстякам. Высохший колодец. Ох уж этот высохший колодец, однако. Я переживаю за старосту. Молодец, что переживаешь. И все-таки я переживаю за старосту. Прочти это послание. Не хочу я читать эти послания, читать не умею. Я же не кореец. Пять, прочти это послание. Вот что за... Не буду говорить херотень. Какой хер это надо? Читать, мучиться. Выделять. Ох-ох-ох. Ну, уже Рабасина меня так бесила еще на фришке. Капец. Йоу. Кил. Йоу-йоу, кил. Так, сейчас мы их быстренько положим, в принципе. И ног по шее, и все, готов. Так, клят лазутчика, но нифига себе. Какое счастье. Что же мне теперь делать? У меня целый доклад лазутчика. Бутылка вина. Сейчас нажрусь в хлам. А, держи, чувачок. Бабом. Киська. Давай сразу их несколько. Цепляй в пачку. Сейчас мы их окутаем и всех убьем. Сразу пачечкой. По одному неохота мне их бить. Что там у нас? Живых много? Эй! Да! Это было уа! Это еще тот уа! Я! Я-я-я-я!
Опрыгали. Что там? Это херотень, да, мне упала? Что это? Требуется распечатывающий амулет. Как там эта хренотень можно было... А, нет. Не это. Где она? Да не. Блин. Переработку, во. Нахер мне не надо. Все. Ай-яй-яй. Кися, ты чё меня не защищаешь? Уволю нахер. Не защищаешь меня совсем. А, сраные вот эти грибочки надо собирать. Все, вспомнил. Здорово, чувак. Полетели. Так, где следующий грибочек у нас гуляет? Надо его выследить. Все, вижу. Поехали. Кися, ты с этим разбираешься, с этим. Кися, давай заканчивай. Давай, давай. Молодец, Кися. Хороший Кися. Кися хороший. Так. Кто-нибудь видит еще грибочки? Вон есть сюда, впереди грибочек. Так. Блин, я не один хочу этих грибочков попинать. Кися, давай. Есть. Кися, молодец. Куплю тебе вискас. Так. Бедолага. Чё там? А, да. Поехали. Чё там подбирать? Подобрать. Это моё. Моё. Куда тащить надо? Куда тащить? Кто это такой? А, это киська тупешница. Пум-пурум-пум-пум. Здорово, жиробасина. Кому этот цветок сраный надо? Чувак, кому цветок надо? Чуваки, у меня цветок. А уже нет цветка. Супер, у меня скоммунистили цветок. Вот так вот доверять теперь людям, а? Цветок стырили. Ребят, ну как так-то, а? Мяу. Мяу. Да, это прискорбно. Это прискорбно и больно, когда тебя убивает киська. Чё, подождём? Тум-тум. Ой! Оу. Я-я. Ой, да, точно. Пещерку. Ха, летим. Да-да-да-да. Чё, пойдёмте посмотрим, чё они от нас хотят. Надеются на нас. На нас, как всегда, надеются. Что вы здесь делаете? Печеньки продаю. Хочешь купить партию? Свежие домашние печешки. Так. Я помню, эта хрень может как-то что-то... Да-да-да-да, я же помню, что можно что-то делать. Точно помню. Так. На, держи, дружище. Баум. Блин, КТ так классно бьет этой кувалдой по башке, так дыдыщ. Призрак Хона. Все. Надо будет прокачать, кстати, потом в будущем навык на восстановление жизни. Чтобы я хилился за счет нанесения урона лозами. Так. Да. Окей. Хотели, я вас буду бить. Буду бить. Ложки вам не сносить. Уйти маленький какой. Уйти путенький. Какой маленькой. Чё там не нападало? Скрижаль какая-то, смотрите, тоже упала. Морского братства. Ай-яй-яй, секира. Ну, давайте я тогда их заюзаю, что ли. У меня более-менее хотя бы какая-то башка нарисовывается. Худо-бедно. Так, это бока тоже можно сломать. Принципе. Ай, все, да? Здесь уже все. Я тут все уже нахулиганил. Тут больше ничего нет. Я все, что можно было, забрал. Какое жадное.
стоять. Сюда надо. Мне сюда. Заходим. Так. Волна призрак. Эй, чувак. Привет. Привет. Что ты хочешь? Так. Пускаю сюда. Тенц. Пускаю еще тенцы использовать прием. Хорошо использовал их. Тенц, тенц. Че? А, там, по-моему, несколько раз же надо, да, ему сделать? Вот. Серию ударов. В, потом С. Куда надо их еще подкачать, блин? Сейчас, сейчас, сейчас. Пойдет процесс. На, получи. А, придется подождать, когда он закончится. Я пока побегаю и поотдыхаю. Киска сам там разберется. Кись, ты ему так щита сильно не бей. Жалею хоть немножко. Так, давай жизнь еще вылезет. На, сразу. Теперь третий раз еще надо контрольный так же сделать. Да я в курсе, что будет. Еще бы кувалды по башке получить. Что? Так. Ресейцы и сразу бум. Окей. Все, я сделал то, что он хотел. Давай мне награду. Я не буду награду слушать. Урай, шестой уровень. Я не помню, если честно. Если я сюда прыгну, что будет? А, это выход. Ну, все круто, мне хоть не придется своим пешком бежать. Ежедневные задания. Опять эти ежики. Я помню эти ежи. Постоянно делал. Ну, неплохой способ подкачаться, плюс денежку подзаработать. В принципе, еще и рэпу надо же, кстати, качать. Ёжики-матрёшки. Так. Прыжок. Прыжок. Что у нас там? Что-нибудь новенькое выпало? Нет, ничего не выпало. Что такое, мужичок? С картошечкой. Справится или нет? Кто? Ай, блин, внутри, походу. Что, пойдемте внутрь? Нет, не внутри. Блин. А я что-то ее не заметил. Или нет? Кто справится? Вряд ли. Чувак. Наркоман. Теперь точно внутрь по-любому. Теперь стопудово меня внутрь затащит. Да. Найт. Выходи, я не справлюсь. Я знаю, что ты не справишься. Потому что ты дрищ. Помогите на слабохарактерный, причем. Стражи. Будьте осторожны. Нет, я буду неосторожен. Как ты могла подумать такое? Как ты могла мне не верить, а? Как тебе не стыдно? Нельзя же так. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Готово. Дерево. Пособираем что-нибудь. Нибудь что, что-нибудь. Это кто такой? Это что за ежик? Оу. А что, все? Дальше, прямо. Ну, ладно. Так-то ладно, я тогда пойду вперед. Смотрите, у меня уже такая одна есть. Так. Тец. Не подлагивать. Кровожадный Ганди. Кстати, да. Подойди, костру и почини. Не оружие. Он костру. А, он вижу. Вот там, наверное, на этого безумного Ганди там вообще капец, наверное, сейчас очередина. Все его сейчас, наверное, херачат, что есть сил. Кстати, да, эта штучка, я же могу вроде как-то в нее поиграть. Помню, что как-то можно. Только... Эй, чувак, ты кого ищешь? Только можно ждать. Кого ждать?
У наших поликлиниках в очереди можно пожизненно ждать. Прочти послание. Нет, я не буду читать послание. Я же говорю тебе, я не умею читать по-корейски. Я просто прожмаку эвки. Сжигаешь, сжигаешь, они... Жиган лимон. Здорово. Симпатичный. Держитесь подальше. Даже здесь эта песня есть. Смотрите, как популярна. А, вот на босса нам дали ключик. Да тут. Сейчас заодно и оденемся. Так. Еще на там типа что-то, да, надо. Да. Где? Мать его, костер. Ребят, кто видит костер? Я костер вижу. Я только вижу, что бедного Ганзи тут гасят уже по раз 100-500. Бедолага. Вот он. Долго херачит и сейчас. Стрижки, я помню, его уже к этому времени уже добивали. Да, да, да. Есть. Бессмертный уничтожен. Какое счастье. Помню, если честно, есть ли смысл несколько раз подряд убивать, вроде без квеста не имеет значения. Вроде бы как. Может, я что-то и путаю. Вполне. Так, ладно. Давайте я пока займусь делом. Так. Чё это такое? Трупак? Держи это трупака, чувак. Нахера мне упал. Мяу. А? Куда мне утащить? Ладно, его пока выброшу. Когда делаю это дело. А, в подпищей лунной тени. Чтобы поджигать надо, блин. Я уже и не помню, где эта печь. А, вот она. Я пока займись этим. Бум. Мяу. Жечь. Раз у тебя там одного еще загасил в пути. Забрать амулет. Че, его самого нельзя? Блин, я уж не помню, что за это означает. Надо, короче, все навыки почитать, на всякий случай. Никогда не знаешь, когда они понадобятся. Мяу. Можно, да, бегать? Нет. Не, нихера. Ускоряться нельзя. Ну ладно. Поехали займемся этим гадзи. Бом. Все, готов. Тюм-тюм-тюм-тюм-тюм-тюм. Муа. И Хуан хэкай. Ты пэлыч. Что-то выпало интереснее. Бим. Еще один подох. Что это? Что за говно стало? Ты кто такой? Тебя как зовут? Зачем ты встал? Не надо вставать. Умирать. Что это такое? Что я опять взял? Какую-то. А для чего она нужна мне? Ладно, ребят. Давайте все по мере начнем. Для начала все-таки надо найти этот несчастный костер. Вот он, этот костер. Ой, так. Демонтироваться. Окей. Готово. А, что это? Сущность бессмертного гадзи. А, вот да, это для колеса фортуны, все вспомнил. А, это что такое? Мастер стихии. Сколько он за одну? Что так, по-моему, за одну, да? Да, что так за одну. По-моему, эти штучки, кстати, тоже можно размолотить, насколько я помню. Они должны такой порошок, по идее, были собираться. Но, видимо, они только в высоком качестве. Ну как в высоком? В хорошем качестве собираются так.
Ладно. Поехали дальше. Шок медали. Конечно, отлично. Еще вопросы? Нет, у матросов нет вопросов. А, я помню, тут по очереди, да. Не соблюдены условия использования. Чему? А, в жопу вас. Я помню, там капец ждать. Что очереди так долго? Да. Найдите страж. Командир, карту разберем. Видите, надо ловить просто момент. Так. Что-то он выпало. Не соблюдены условия использования. О! Сколько у меня еще этих камней? Сейчас как-то открываю полный будильник. Всякой херотени. Сколько раз еще смогу открыть? Еще три. Не соблюдены условия использования. Какой ужас. Я что там не соблюдаю? Так. Так, это был не я. Ну, ё-моё. Есть. Успел. Перехватить инициативу в свои руки. Не соблюдены условия использования. Да блин, у меня осталось две штучки, давай уже. Давай! Последняя осталась. Вот, давай, давай, давай последняя. Есть. Так, все самые интересные. Так, ключ. Ключ у меня есть. Чилова у меня есть, чувак. Талисман бессмертного, мастер стихий. За десятку. Ну, по-моему, если его разломать, что-то интересное можно получить. Нихера, прикиньте, да? Так за десятку толкануть можно. Ладно, тогда я, пожалуй, лучше перепродам это все добро. Или нельзя продавать? Нет, можно. Так, я от диковинного леса. Хорошо, давайте пока... Открывал. О. Так. Так, каких кусочков мне еще не хватает? И справа. Вот. Что такое? А. Да, у меня есть такая хрень. Багуа. А, тут, смотрите, они, в принципе, все у меня, да, рассортировались как по кусочкам. По кусочкам. А я могу их, например, лишние сразу херануть? Могу, да. Ну и круто. Нельзя продавать. Безупречный. Ну надо же. Ах ты, безупречный. Так. Нет, я хочу разломать. Хочу разломать его полностью. Он у меня будет занимать место только в инвентаре. Если оружие вот я поломаю, конечно, по-моему, никакого толка не будет. Вот смотрите, порошок есть. У меня появился порошочек.
открываю сундучок. Молоточек дали. Неплохо. Пойдемте, убиваем бедного несчастного. Гадзи. Вот ты несчастный Гадзи. Да-да-да, мы это будем говорить. Долгий учитель. Еще винком тебе. Хотя винком, успокойся. Раз так есть. Все, подох. Где? Где мое добро? Сущность выпала, и все. И это усё. Я думал, что-то покруче выпадет. Ну ладно. Так, мне еще там на лесных полков квест. Окей. Чё, Ми? Не хрюкай. Да-да-да, не хрюкай. Ой-ой-ой. Всё, появился. Не соблюдены условия использования. Я что-то завтыкал на меня. Потерял его из виду. Где-то есть. Где-то тепло есть. Так, а ну не тпшься. Сущность. Ох уж это сущность. Ом. Амулетик. Тэдэйнс. Припечатал. Я вам малечку припечатал. О, есть! Я 7-й уровень. Я не сомневался. Она такая остановилась, думает, ёбана. Убили. Печалька. Согласен. Это очень печально. Ну что поделать? Какова жизнь? Тэнц. Вмяли. Чё, у меня получается волков, что ли, осталось только поменять? Да, несчастных волков. Денег, кстати, что-то острая нехватка волков наблюдается. А, вон они. Вкатал. Вкатал беднягу. Ой, умри. Так, что, все? Ладно. Поехали. Тогда туда. Почему нет? Столб дракона. Смотрите, аж 281 сообщение. Ё-моё. На Ю надо нажать. Снижение. Здесь что-то новенькое. Что это такое? Требуется распечатывающий амулет. Улучшение. Материал для улучшения. Что-то я как-то помню, была такая фишка, что можно было вроде как улучшать... Да, предметами. Просто помню, было такое дело. Да-да, говорю, вот так вот раз. Хоп, она вещами улучшила. Считай, у тебя пушка более крутая. Чё, чё ты хочешь? Что ты от меня хочешь, чувачок? Тек. Логово разбойников. Ну что ж, дорогие друзья, на этом я прервусь. В принципе, а то играть-то можно, конечно, бесконечно, но... Всему надо знать меру, чтобы этим наслаждаться. Всем спасибо за просмотр, ставьте пальцы вверх, оставляйте свои мысли в комментарии. Хотите, присоединяйтесь к игре, вместе побегаем, в принципе, возможно. Может быть, быть может. А может и не побегаем.